Христос. Здравствуйте, мои дорогие! Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, как понимается имя Христос? Имя Христос с греческого переводится как «помазанник», а еврейский эквивалент этого слова звучит как «машиах», то есть «мессия». Имя Христос символически связано с ветхозаветной традицией помазывать избранных провидением Божиим людей при поставлении на священническое, царское или пророческое служение, чем означалось преподание им особых даров Святого Духа. Иисус, Сын Божий, называется помазанником, потому что Его человечеству безмерно сообщены все дары Святого Духа, и таким образом Ему в высочайшей степени принадлежит ведение пророка, святость первосвященника и могущество царя. И только Он может спасти человечество от власти греха, дьявола и смерти. Имя Иисуса Христа – имя, которое выше всякого имени, ибо это единственное имя, которым надлежит нам спастись. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!